Всем привет и добро пожаловать в Dead by Daylight, где совершенно спокойно можно отдохнуть после рабочего дня, стоя перед телевизором, к сожалению, не сидя на диване перед телевизором, стоя перед телевизором и наслаждаясь ТВ-шоу, который показывает старый телевизор со старым видеомагнитофоном, потому что игра на самом деле просто подвисла, и вы застряли. Где маны никогда вас не преследуют. Дают вам полную свободу играть так, как вам хочется, так, как вам нравится. Вы можете сидеть просто неподалеку от мана, чинить генератор, а он вас не будет трогать, он будет просто наслаждаться процессом, как вы починяете генератор. Где происходит совершенно вообще неповторимая магия. Ну и возвращаясь на тему магии, у нас вот замечательная магическая игра. Мы играем против маньяка со суперскиллом. Ну, он маг и волшебник, он просто на самом деле играет за легиона, но передвигается как маг и волшебник, у него есть телепорты, магические телепорты. Смотрите, один сурф получил хит, а в то же время получил хит и второй сурф. Одного сурфа, выжившего сейчас, ман подхватил и понес вешать. А ко мне бежит другой выживший снимать с крюка. Только что повесили сурва где-то на другом конце карты. И ман уже рядом в подвале наносит хит второму сурву. Это очень забавно. Вот так вот это все происходит. Игра очень волшебная на самом деле. И тут просто можно расслабляться и получать удовольствие от каждой секунды, находясь в игре. Так, он повесил где-то сурва там, но он уже, смотрите, раз, и из ниоткуда он телепортировался. У него волшебные телепорты. Он просто совершенно спокойно передвигается по карте, летает, я не знаю, там, быстрее, чем медсестра, на самом деле. Легион оказывается вообще лучше, чем медсестра, он опаснее. Он быстрее двигается по карте. Это не пеший ман. Понятное дело, что у него есть обилочка там, и он может бегать. Но оказывается, что он может на самом деле еще и телепортироваться. Ну, как пинхед или как медсестра блинковать. То есть шикарный вообще легион. Так что советую играть за легион. Если вы плохо играете, легион самый вообще опасный игрок. Точнее, самый опасный ман в этой игре. Так. Что же дальше-то произойдет? Лечиться-то я не могу. Как мы заметили. Ага, а вот он уже, смотрите. Он только-только повесил выжившего. И он уже прямо стоит перед моим шкафчиком. Ну, как-то так. Игра заканчивается буквально за 1-2 минуты. Это потому, что против Легиона мы играли. Легион очень-очень сильный персонаж в этой игре. Вот. Но, несмотря на все это, есть и некоторые приятные моменты. То есть разработчики все-таки как-то пытаются сгладить эту ситуацию благодаря кодам, которые вы можете ввести и получить награду, собственно. Вот такой вот код, Japan 300K, и мы получаем 300 тысяч очков крови, что, в общем-то, приятно. Есть еще один вот такой вот код, тоже касающийся Японии, Rival JP, и вуаля, мы получаем код на 100 тысяч очков крови, то есть всего-навсего 400 тысяч очков крови. А на этом всем спасибо за просмотр. И всем пока. Я пошел. До следующих видео. Увидимся в тумане.